Ассоциация «Белорусская федерация футбола» проводит серию мероприятий под названием «Закубком в Гродно». Проходят они в период с 16 по 28 мая. В первый день серии Кубок Республики Беларусь по футболу побывал в Солигорске. В торговом центре «Корона» был оборудован специальный стенд, на котором гордо возвышался главный футбольный трофей, которым желает обладать каждый клуб. Этот кубок по решению ассоциации, Белорусской ассоциации футбола, привезен в футбольный город Солигорск, скажем так. Ну, для того, чтобы напомнить любителям футбола, жителям нашего города, что 28 мая, это воскресенье, в городе Гродно, 17 часов, на центральном стадионе города Гродно состоится финальный матч на Кубок Республики Беларусь. Поэтому мы приглашаем любителей футбола, болельщиков нашей команды «Шахтер» посетить этот матч. За билетами можно обратиться в футбольный клуб «Шахтер». У нас на сайте вся информация есть. В рамках акции солигорские любители футбола смогли не просто увидеть кубок, но и сфотографироваться с ним и с талисманом клуба Кротом Крошей в фотозоне. Юный Богдан тоже не упустил своего шанса. Мальчик сам занимается футболом. И кто знает, возможно, в будущем он также будет сражаться за этот кубок. Я сам играю в футбол, но не настоящий пока что. Потому что там надо забивать голы на время, еще защищать ворота. Вадим – болельщик с внушительным стажем. С 2008 года он посещает практически все матчи солигорского «Шахтера» как на выездах, так и на домашних встречах. Наконец-то. То прошлый кубок, когда мы выиграли, я был в армии, я пропустил такое знаменательное событие. Так поэтому нужно сейчас ездить и добыть его, этот трофей. 19 мая аналогичная акция пройдет в Бресте. 26-27 мая кубок будет выставлен в Гродно, городе, который принимает финальную встречу.